Итак, что же такого особенного в этих носках? А все дело в том, что они сделаны из турмалина. Или в них есть турмалин. Короче говоря, это турмалиновые носки, которые, по идее, должны согревать ноги. У которых куча полезных свойств, которые помогают расслаблять ноги после долгого трудового дня. Я читал, кто-то говорит, что их нужно только пару часов в день носить, кто-то говорит, что нормальный целый день носить. И в отзывах к этому товару было написано где-то 80% отзывов по поводу того, что они, да, действительно, они согревают, то есть ты чувствуешь тепло, когда их надеваешь. А 20% говорит, что не, обычные носки, ну и все. Не знаю, насколько они греют, насколько не греют. Сейчас одену, проверю, похожу в них в день. По идее, эффект должен проявиться чуть ли не сразу. То есть в течение 15-20 минут я должен почувствовать теплоту, как я понял. Ну, сейчас проверим. Плюсом этих носков является как минимум то, что здесь вот такая вот резиновая структура, и они не будут скользить и так сильно протираться, как обычные носки. Что-то я не могу понять, это наизнанка или нет? Так, стоп, вот это я что-то не совсем понял. То есть, как они должны быть-то? По идее, ага, они вывернуты наизнанку, потому что шов вот он идет здесь. Ага, ага, то есть вот этой штукой, вот этой площадкой он должен быть внутрь. Так, ну давайте проведем измерение, чтобы хоть какие-нибудь цифры, например, сравнить. Дома я всегда хожу в носках, дома ламинат, и вот эти носки, в принципе, по толщине точно такие же, как вот этот носок из турмалина. Лапа такая здоровая, ужас какой. Итак, внешняя температура ноги в носке. Внутренняя получается 29,2. Так, ну давайте наденем и посмотрим. Так, ну, во-первых, по размеру они невелики. То есть у меня где-то 43-42 размер ноги. То есть у меня пятка вот здесь заканчивается, а турмалиновый слой заканчивается здесь. Вот, то есть они небольшие. Если у вас размер больше 42-43, то вам они не подойдут. Ну а так, в принципе, тютельку в тютельку налезли. Ну, подождем минут 15-20 и посмотрим, будут ли они греть или нет. Ну, прошло уже где-то минут 20, и, если честно, какого-то тепла я не ощущаю. Единственное, что в этих носках очень хорошо, то, что за счет резиновых вставок я не чувствую температуры пола, потому что он прохладный. Давайте сейчас еще раз для наглядности замерим температуру. .27,1. Даже прохладнее, чем было. Не знаю, как проверить то, что здесь реально или нереально турмалин, а не просто резиновые вставочки в форме инь-яня. Вот. Но какого-то дополнительного эффекта, какого-то нагревательного, согревательного, какого-то вообще воздействия на ноги я не чувствую. То есть именно благодаря вот таким резиновым вставкам создается ну, такой эффект подошвы, но носки остаются, тем не менее, носками. И, наверное, они все-таки будут меньше протираться, по крайней мере, я на это надеюсь. Вот. Обидно, что нету никаких размеров на выбор. И я сейчас проверю, надену на одну ногу один носок обычный, а на другой, типа вот из турмалина. И пойду на балкон. И, так сказать, скажу, как быстро, насколько быстро температура от пола передается ногам. 13,5 сейчас на балконе градусов. Сейчас я обеими ногами сюда наступлю и скажу, какая нога охлаждается быстрее. Левая обычный носок, правая вот, с турмалином. А левая уже замерзла. Левая уже очень, я прям чувствую левой всю холодность пола. А правая нет. То есть я чувствую, что пол холодный, но только пятка тут чуть-чуть промерзла. Вот в этом они и хороши. Сейчас возьмем, замерим температуру. .26.
24 внешняя температура. А теперь замерим внутреннюю. 24. 25,5. Вот какой спектр положительных характеристик в описании тут описывается, что они самонагревающиеся, и что они там при почечной недостаточности вообще там лечат, помогают там, как амброзия их носить, ну уж везде можно, короче. Ну, это я, конечно, утрирую. Нашел еще одно видео на ютубе тоже, где рассказывается от 2015 года, а, 2014, прошу прощения, тоже рассказывается про кипа... биологически активными точками человека. Ой, там просто так, такой хороший рассказ. А, мне больше понравился комментарий. Для порно-двигательного аппарата это хорошо, надо брать тогда. Да, и всякие остальные. Что касается моего опыта использования, я уже неделю в них хожу. Нифига они не самонагревающиеся, ничего в них такого нет. От обычных носков никак не отличаются. Ну, сшиты хорошо, как бы нормально, претензий нет. За счет того, что здесь вот эта подошва присутствует, мне не холодно по холодному полу ходить. То есть они свой такой подошву их как своего рода тапочки какие-то превращает. Это прикольно. И за это плюс. Вот. Но все вот эти супер-пупер свойства, которые приписывают носкам за 100 рублей, ну, понятное дело, что они приукрашены. У меня, конечно, нет почечной недостаточности, так что, а может быть, оно и лечит. Я как бы тут не смогу проверить. Но что касательно нагревательного эффекта, никакого в них нет. Ну, может быть, опять, у меня они как-то не работают. Может, там что-то включить надо, может, как-то... По крайней мере, я ничего не нашел. Так что вот как-то так. Если у вас остались вопросы, давайте их в комментариях под видео. Все же ссылки будут, как всегда, в описании.